сразу на место разворота, потому что я не нарушитель. Вот, сейчас развернемся. Поедем обратно. Обезжиривателя. Ну, чтобы два раза не ездить. Красненький, на 80 секунд. Да, передние тормозишки такие слабенькие, эти вялые. Они вот как скрипят вроде, тр-тр делают. А, так. Как-то не очень. Аппарат. Марсик. Марсик. Развязочка такая у нас. Через железную дорогу построили штуку. А переезд закрыли. Железнодорожный. А там у людей за переездом эти были гаражи прям так удобственно. А теперь сосамбо получилось у них. Теперь им через развязочку ездить нужно. Гаражи в свои удобственные. Сейчас я как вальну. Посмотрим, меня никто не должен обогнать, по идее, ну, по моей полосе. Гляньте, какой территорий выехал. Какой в городе странно увидеть. Мотодром. Удобно, круговая коробка. И вот так вот, четвертый прям раз. О, фиесточка, гляньте, какая хорошая, мне нравится. А Шкода не нравится. Вот Фиеста нравится. Третью. Уанзил. Я сейчас по второй полосе поеду. Вяло на Фиесте. А Фиеста мне нравится. Я бы себе Фиесту взял бы. Ездил бы на ней, фиестил бы. Он так хорошо, с ним даже не дует в пупок. Без него в пупок дуло. Ветром меня сейчас так прям заколбасило. Пешеход. Кошак идет. Кошак. У меня с ним видос был на канале, но я потом удалил. Интересный человек, творческий. Не-не-не-не, подожди, моргай, моргай, еще моргай, моргай, гори, гори. Мопед у меня. Вот это я еду. А я еду за туманом.
Бэйн. А я хотел его продать. Пятачочек вот этот заливной серебряночкой. Пульнул глушитель черной красочкой. Гляньте, переход. Они как так вот. Гляньте. Вы что тут? Гляньте. Обтекатель прям у. Теперь в кухне. А вот он что-то. У меня сумка на кухне. А, еще у меня здесь слежение за полосами. Смотрите, вот я слежу за полосой и еду вдоль полосы. Переключаюсь, еду вдоль с другой стороны полосы. Кстати, по обочине ехать разрешено на мопеде. До 50 упор. Я вот сейчас включил разрешение на езду по обочине и приначу. Удобная функция. Вот здесь вот можно, конечно, не уместиться. Обочина очень маленькая, вообще ее вообще нету. Я вообще остановил, а по этой полосе нельзя мне было ехать. А, можно, мне можно. Автобусная полоса была. Кстати, указатель поворотов дублирующий вот здесь моргает. Сами повороты работают. Сейчас я вторую выключим поворотник. Вот так вот. Недавно уехали, уже приехали. Вот такой мопед Альфа. Классно вообще. Всем спасибо, всем пока. Пойдем делать планетовский двигатель.